Максимом. Делаем скет и фотосессию. Всем привет-привет. Мы начали. А вот сегодняшний базар. НДР, Ашкын тот же. Купил испанак, я сказала испанак. Видите, я положила все это на балкон. Все пакеты, чтобы оно просохло. И этот вирус погиб. Ну, не так много мы взяли. Грейпфрукты он взял килограмм. Помидор взял. Сейчас я руки помою после этого. Вот лук взял. Я сказала два, он почему-то перепутал. Кабак взял, морковку взяли. Будем усиленно кушать морковку. Это взял. Перец сладкий. В общем, этот пакет бросила я. Красота у нас. Все люди вышли на балкон. Видите, цветочки или птички что делают? Опять балкон грязный. Каждый день надо мыть балкон. Я сказала Ашкыму, чтобы купил горшочки для цветов. Но он говорит, не было ничего. Мои красивые цветочки, розочка. Ну, посмотрим сейчас. Мои хорошие. Пьем кофе, друзья мои. Ашкым пришел с базара. Базардан келди. Ашкым, не солиджаксын, не варный йог базара. Базарда. Ему нравится, когда я говорю базар. Базара леттик. Эркес базарда. Бүгін варный контроль? Вар. Забыта, арkadaşlar, giriş-çıkışlar контроль ediyor. Контроль есть, все маскеleri проходят. Маскеleri контроль ediliyor. Маскесiz içeri alınmıyor. Belediye маске olmayanlara маске dağıtıyor. Маски раздает мэрия. Птички чирикают, погода хорошая. Кушлары шарки сойлиёрла. Гюзель хава. Давай пить кофе, Ашка, мафетосу. Шоколадка не хочешь? Бубен яп малын. Это не я сделала. Nereden mi sen yaptın? Это тоже я не сделала. Çilekleri de mi sen yaptın? Ne var ne yok, söyle bir şey. Ne başka var? Diyorlar insanları, sen sert, rahatsız oluyorum ben seni, ne zaman çekiyorum diye, doğru mu diyorlar. Говорю, другие некоторые говорят, что он грубый, ну, силой его снимаю. Это так, Сөйле? Не сөйлемеш. Улары доуру диорла? Хайр. Нет, ему нравится. Дегим не ерус она чекмек. Он удовольствие получает, понимаете? Я его раскрыла как звезду. Илдыз гибисы не ячтым. Доуру. Он джеки сэн истемедин чекмек. Чекмей. Видео. Şimdi? Yıldız. Сейчас он звезда. А как он танцует? А как зумба на сонансе диор? Вы знаете, сколько я смотрю эти кадры, столько смеялась вообще. Если у вас будет плохое настроение, включите, когда Ашкым танцует и Эндер когда танцует, вам станет сразу легче, настроение придет. Незаман мурал йог сизде, сиза чабилир мысынез, Эндера данс. Зумба. Чабук. Gelecek moral. Aşkı bir şey yok mu sormak? Haber ne var ne yok? İyi haber. Какие новости хорошие. Видите, я помаду сделала. Мне говорят, что я очень помада мне подходит. Для вас, мои хорошие, как на парад. И стрелки сегодня необычные сделала. Aşkı. Söyle. İyi haber yok. Hep kötü. Ne zaman kal? Bitiriyorum. Seneye. Karantin. 2020 evdeyiz. 20. год мы дома, говорим. 2020-21'de belki. Aşkım. Aşı bulunana kadar. Пока не разработают. Dünya problemi. Ama diyorlar. Ama bu arada Mısır'dan yiyecek. Bana 1000 abone gönderdim. İlaç. Japon'da. İlaç mı yapmış? Evet, yapmış. В Японии, говорит, сделали лекарство уже. А молодын мы сэн? Билим адамына сөйлэдэй шэй сөйлэм сэна. Дюнияның 3-те 2-си бу вирусы алачак. Кимиси яшэчэ, кимиси өлэчэ.
Кто-то говорит. Kötü. Будет жить, кто-то умрет. Bir şekilde alacak yani. Ну ладно, haber yok, bitiriyoruz biz o zaman. Haber yok. До встречи. Сегодня я села на диету и съела шоколад. Представляете? Ну, вот такая я. Посмотрю, что буду готовить на ужин. А то мы килограммы набрали, несмотря на то, что зумбой занимаемся. Друзья мои хорошие, Ашкин уже возле ужина бегает. Как я хочу кушать, вот сделала для себя. Яблоки, бананы и клубника. Ему сделала салат такой горячий. Подогрела пирожки. И Ачму он утром что не доел, пускай доедает. Выбрасывать нельзя сейчас. Сделала такой суп из агелин и на блендере помешала его. Салатик такой. Вот Ашкин будет кушать это. А я сделаю себе кофеек растворимый и выпью. Ой, всем приятного аппетита! Спонсор моего канала – онлайн-платформа Gigos. Всем доброго, прекрасного утра и позитивного настроения, но не так уж нам его всех кто-то пытается испортить. Сегодня нас разбудили рано, потому что принесли письмо из суда от его бывшей жены. Ну, Ашкин не пал духом, и я не пала духом. Я не знаю, какой суд 6 числа назначили, когда у нас карантин. Но будем двигаться дальше, и мы будем заниматься усердно сейчас с Ашкиным. Буду его заставлять прыгать, чтобы у него мозги немножко расселись. Не так ли, моя хорошая? Ну что, пошли мы заниматься. А потом буду готовить завтрак. Сейчас заранее поставлю чай. Решил чувство. Ну, мы выпили с Ашковым прополис, выпили. Мы вот, посмотрите, чай. Кстати, я вам покажу, какой мы пользуемся. Так, мы пользуемся вот таким чаем. Заполняем, значит, вот смотрите. Беру такую ложечку и заранее приготовлю, чтобы он хорошо настоялся, наш чаек. После зумбы Ашкема я напою чаем. Так, мои хорошие, завтраком. Что я хочу вам сказать? Вот чайничек. Ашкем любит много чая, поэтому заполняем полный. Я уже выпила кофе. Вы знаете что? Поболтаю с вами. Первый день диеты прошел у меня разгрузочного дня. Я вчера пробыла, два раза ела йогурт с фруктами. И, конечно, когда монтировала видео насчет пирожков, как хотелось мне кушать. Но я выдержала. Я в 4 часа легла, заснула на стуле, вы представляете? Заснула на стуле и подавилась своей, подавилась слюной и начала задыхаться и проснулась. Пробежалась по комментариям и увидела, что что же я хотела сказать вам. А, насчет маски лица, насчет массажа лица. Ну, я не знаю, я, если что, спрошу мою подписчицу, если она даст разрешение, я с вами поделюсь. Но это просто такие движения, вот, надо делать и вбивать крем. Ну, посмотрим на мой эффект. 2 дня я сделала. Сейчас я очистила, значит, лицо тоником. Ну, естественно, молочком, тоником. Сейчас попрыгаю, потом нанесу маску на голову. У меня есть маска на голову готовая уже. Я тогда делала позавчера, и у меня осталось. Ну, 2 раза можно, сказали. И потом, значит, буду целый день чем-то заниматься, потому что очень много дел и очень много у меня по бизнесу сегодня звонков. И я должна быть в порядке через 3 часа. Вы представляете, сколько у меня дел, я должна все успеть. Так, еще вам что хочу сказать. Мои хорошие, не переживайте, не, даже не усомневайтесь в том, что я вас могу в чем-то обмануть. Так что даже не раздумывайте, если вы хотите зарабатывать деньги, вот сидеть дома просто зарабатывать деньги, идите ко мне, и я вас научу, как это делать. Ну все, пошли мы зумбой заниматься. Но для вас эксклюзив, начинает Ашкин.
Ашками, я насил лязи морда. Кендиди душунме. Делай так, как там делают. Танцы с унрашким, танцы потом. Бузумба. Молодец, Саша. Ребята мои, я прошу вас. Ашкин сдался!